Вейпы запретят приносить в школы. Список вещей, которые нельзя использовать на территории образовательных учреждений, только теперь пополнится и этими курительными приспособлениями. Впрочем, в Министерстве просвещения объяснили, что перечень запрещенных веществ существует уже давно, а его решили просто дополнить. Министерством просвещения в соответствии с законом, который был подписан главой государства в сфере здравоохранения, а именно в части запрета продажи вейпов, внесены терминологические редакционные правки в данный приказ. Напомню, этот закон приняли в марте нынешнего года. За его нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы до 5 лет, если речь идет о ввозе и продаже вейпа. Впрочем, приносить в школы и другие образовательные учреждения сигареты, курительные смеси или системы нагревания табака нельзя было и раньше. Теперь список запрещенного пополняется вейпами.